Лесные пожары – явление, с которым человечество так или иначе сталкивается регулярно. Однако не всегда с проблемой удается справиться быстро. Уже практически неделю огонь бушует в Греции. Началось все с лесных пожаров на острове Родос. В настоящий момент пламя охватило и другие острова, к примеру, Корфу и Эвбея. По данным Министерства защиты граждан Греции, в воскресенье в некоторых регионах была объявлена красная тревога в связи с лесными пожарами. Это наивысший уровень тревоги. Лесные пожары возникают в летний период в сухую жаркую погоду. В настоящее время вот такие условия сложились в странах, которые прилегают к Средиземному морю. Это в Испании, в Италии и в особенном Греции. Там температура поднялась до 45 градусов. Почему? Потому что господствует антициклон, который сам по себе уже обеспечивает высокое давление и высокую температуру, высокую пожароопасность. И к тому же сказывается влияние Африки, знойной Африки, ветра идут с Африки. Поэтому и возникают вот такие весьма неблагоприятные условия. В настоящий момент власти Греции эвакуировали из опасных районов более 30 тысяч человек. Среди них и туристы. Отметим, что днем ранее на острове Родос вспыхнуло еще 64 лесных пожара. Большинство из них получилось устранить практически сразу же. Ну, сами посудите. Вот, у нас самые высокие температуры, ну, именно у нас, в Казани, были в 2010 году. Но они достигли всего 39-60 градусов, ну, пусть 40 градусов. А там, понимаете, 40 градусов обещают 50 градусов. И причем это же длительное время. Поэтому, вот в первую очередь. Ну и, конечно же, люди спасаются водой. Это в таких условиях организм, ну, тяжело справляться с таким стрессом. Огненная стихия бушует не только в Греции. Лесные пожары ранее начались и в Турции. Наиболее эффективный способ их устранения – использование сил авиации. В настоящий момент в тушении пожаров в Турции помогают самолеты МЧС России, а конкретно Б-200. Самолеты-амфибии за время работы в Турции сбросили на пламя уже более 85 тонн воды. Маргарита Михайлова, Универньюз.